одной поделюсь я с тобой, только ты не вздумай проболтаться. Тут недавно моя небольшая семья стала family вдруг называться. Мама вовсе не мама, а mother. Папа не очень-то и папа, а father. Даже сестренка sister теперь. Ну а я ей brother. Хочешь верь, хочешь не верь. Мама Долли звонит с работы. Как поживаешь, my daughter? Папе звоню я сам. Hi, my father, it's your son. Понимаешь, my friend, это важный момент. Ведь если быстро разучить не удастся, то grandfather, то есть дед, не пришлет велосипед. И на чем же я буду кататься? И на чем же я буду кататься?